Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятерых детей, четверо слуг. Во всех храмах Русской Православной Церкви состоялись богослужения. В 2000 году царская семья была причислена к лику святых за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну. В день, когда оборвалась жизнь императора Николая II и его семьи, 17 июля в 10:30 по московскому времени, траурные мероприятия одновременно прошли у нескольких десятков памятников императору Николаю II и царской семье, расположенных на территории России и за ее пределами.